В общем-то, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга, да, кто еще не знает, это новое приветствие у нас, вот, и Little Big I'm Okay, пародия от четкого паца. Вот, вот, просто, ну, не знаю, как это можно назвать, просто я очень сильно рад, я сразу заранее поставлю лайк, я сразу заранее поставлю субтитры, и все, что я от вас могу попросить, это просто подписаться, потому что ежедневно выходит по 6 роликов. Ну, то есть, я вас, как бы, скучать не оставлю, поэтому с вас лайк, подписка и комментарий. Все, что я от вас брожу, погнали. Хух, обязательно смотри до конца, тебя ждет сюрприз. Вам субтитры видны, нет? Субтитры видны? Да. Кожно мыть день за днем в светлое... Так, подождите, в светлое будущее идем. Будущее идем, шутку заменив нам... Ёб твою дивизию, подождите еще раз. Давайте сначала, нихера не успел. Так, сигарета опасна, наверное, да? Переводится. Кожно мыть день за днем в светлое будущее идем. Шутку замінив на мем і боїмся всіх людей. Хоп, до нас на вписку буде чіл. Хто б їх розмовляти научил в руці мілкш... вписки. Ну, мне, конечно, самому 15 лет. Я не могу говорить, что это ребячество ваше вписки. Всегда против вписки я, потому что это... Матюки! Да замолчи! Матюки, убийство и голые сиськи. А теперь дайте отвечу. В роте вейп, в аирподсах бэйби ты. Так, стоп, камера, какой ви посторонний в кадре? Лера, что это такое? А чё снимаете? Бомжи, бомжи, типа. Пародию снимаем. Чё за пародия? I'm okay, little big. А, это эти, которые с кибиопом. Я видел, короче, у четкого паца в инстаграме фотку, где он фоткается с Ильей Прусикиным. Если это Илья Прусикин, я его угорать буду. Па, скибидиуа, па, 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 скибидиуа, па, 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 па. Говно, а не группа. Фу, скатились они. Раньше да, были да, да, это Илья Прусикин. Песни, я понимаю. Ра-та-та-та, Рензо форе Рензо. Я сейчас. Говнюк, говнюк, как притворяется, а? Фу, срамота. Ра... Аж на бороде! А-та-та-та-та! Величие, да вообще скатился. Раньше прическа у него была. Во! Сейчас залезался, как педик. Фу, дебил, кто с твича посмотрит, им хана. Ненавижу его, педик. Педик, педик, педик. Тёлка у них вот это, вроде бы. Я не знаю, тёлка это или не тёлка, но сиськи есть, сиськи нормальные, группа дерьмо. Да и сиськи там. Тоже дерьмо. Хотя, не, сиськи нормальные. Слушай, мужик, давай, наверное, вали отсюда, да? Мы сами разберемся. Понял, не вопрос. Хотите снимать дерьмо, снимайте. Я умываю руки. Давай, давай, давай. Дебилы. Так, ребята, приготовились еще с первого дубля. Валик. Погнали! В руці мілкшейк, в роті вейп, в аирподсах бейби ты. Мне вот сейчас интересно, как бы... О, нифига себе, попки. Экспонат для девчат, мод. Самое четкое, самый четкий попес, мне кажется, это в середине. Одноротки в 100 назад, эволюции ознака постепенно... Сейчас я такие, ой, маленькие, еще смотреть на жопы. Слушайте, хватит, а? Хватит! Стало видно уся срока. Давай на шашлычку. Нет, вторая, третья. И на днях, братан. Братан, сорян, но я тебе веган. А ты меня случайно на лайка в инсте? Мене в инсте нема, прости. А это вроде, как его, Жека, да, зовут его? Майнкрафт снимает. Секс-наручники, типа, я понял. Не садист, не расист, не коммунист, хуже ты не модник, я не цей. Да, сейчас модников развелось, которые тратят по 100 тысяч, по 200. Я вот когда смотрю дымохода, я думаю, господи помилуй, если сравнивать, что я там 20 тысяч какие-то в месяц зарабатываю по сравнению с людьми, которые там поднимают по 300 тысяч в месяц, я молчу. Не, если вы мне не верите, что я столько зарабатываю, то я вам объясню. Посмотрите каждый ролик, ни в одном нет рекламы. Потому что у нас все просто... Ну, как бы мы ее не продаем, поэтому... Я не гей, не злодей, хуже ты не модник,
не садист, не расист, не комуніст. Хуже ти не модник. Короче, две такси, две рекламы от Айкоса и Shark Taxi, да? А мне интересно, в России есть такое такси? Вот самое дешманское у нас, скажу честно, пацаны, бесплатная, считаю, реклама такая, это Uber. Вот всегда им пользуюсь, самое дешманское такси, самое. Всем суд идет. Да, вот это поворот. Решение присяжных ждет. Увесь трендовый народ. Шабы навалилися. Блин, слушайте, прикольно придумал, мне нравится. Ауси, в таком ты что ходит не старше сын. Статья 2.8 запрещен 100% катон. Раз, два, повтори, три, четыре, тепер ты обсуждать не... Как он тебе повторит, он в наручниках. Мая сенса, прогуливал пусти на вину роки флекс. Який це цвет? Бордовый. Брав, не отличает вин, бордовый вид. Что тут говорить? Виновен он! У него взагалі шестой айфон. Рука-лицо просто согласен. Типа шестой айфон, это же такая дешманщина. У нас там XS Max. Не вбивав, в чем не прав? В том, что не модник. Не-не-не, типа не модный, да, айфон. Я не цей, я не гей, не злодей. Хуже ты не модник. Каждый школьник такой. Ой. А він вообще не такой. Изгой. Дэн, да ладно. Вау, 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 вау. Я бы хотел тоже туда попасть в своих снах. И не модник. Каждый школьник такой. Ой. А він вообще не такой. Изгой. Все печатают в айпадах. А він пише рукой. Ну чё, типа статрек, лол. Ступать из респект. Не бачу жодного сторіс. То есть, чия вообще в тебе совесть? Я не цей, я не гей. Ну мне нравится, что они много блогеров собрали. Не злодей, хуже ты не модник. Не садист, не расист, не комунист. Панове присяжні, час вину. То чувство, когда маленький ребенок одет в тысячи раз лучше, чем ты. Мне лень его искать. Да вот даже, вот он, господи. А, это типа стрижка XXXTentacion, я понял, рофл. Нет, не рофл, а память. Решено, виновен. Да вот, вот именно. Yes. Ашот, Ашот, Ашот. Ой. Згідно статті 15 модного кодексу, вирок остаточний, оскарження не підлягає. Апеляція відмовленою, вищу міру покарання суд вимагає. Закрита справа 01, і згідно встановлених Верховним судом правил, у вас є право на останню сторіс. Друзі, мода – це, звісно, хорошо. Але мені здається, що в погоні за трендами і брендами ми почали втрачати себе, свою індивідуальність. Не бійтесь бути не таким, як всі. Бійтесь перетворитись на стадо. Тю, тупо сторіс просрав. А міг би й сказати, що по силості можна отримати 1000 гривень від перемач на свій перший депозит. Поняли, да, как круто сейчас сделали они? И накажи. Меня зовут Влад 4 и добро пожаловать. Это что, кровь быка? Это барбю. Каждый школьник такой. Слушай, ну что вы сделали? Ой, его заставляют, типа, смотреть, я понял, рофл. Моя новая девушка, давай сосамбо. Не, ну там уже был перебор, вот самым последним чуваком это был перебор. Друзі, вже стала традицією робити в кінці наших кліпів важне об'явлення. Тому зараз буде, напевно, найважливіше оголошення в історії чоткого паці. Ви вже давно в коментарях просили зробити власний кліп. Не пародію на якогось відомого виконавця, а власний кліп на власну пісню. І ось нарешті, на 5-й рік існування каналу, ми готові презентувати вам нашу першу роботу. Але ми дуже хвилюємось і дуже сподіваємось на вашу підтримку. Тому перейдіть, подивіться, залиште свій відгук. І якщо сподобається, наголошую, то тоді тільки підпишіться на канал. Так, підписуйтесь, тому що саме це мотивує нас творити і розвиватися. Саме це надає нам сили
і надихає робити цей світ. Надо буде посмотрети. Краще. Хоч трошечки, але краще. До зустрічі на каналі групи ЧП. Да. Короче, почему там Юмилия вылезла, господи? В общем, могу сказать одно то, что... Почему здесь так много Майнкрафта? Давайте на какой-нибудь... На красивом вот кадре какой-нибудь взять. Вот. Я могу сказать одно, то, что мне понравилась пародия. Да и мне кажется, она вам всем понравилась. Как смысл тут вообще в конце что-то говорить, если всем зашло? Я единственное, что хочу сказать, то, что я очень рад. Я очень рад, то, что у Чёткого Паца наконец-таки вышла своя пародия. Надо будет посмотреть. Кстати, на Little Big I'm Okay мне пародия понравилась больше, потому что здесь очень много смысла. Смысл самое важное. А в I'm Okay там тупо они бухают, пьют и тому подобное. Это скучно смотреть. Короче, я поставлю за это лайк. Поставил уже. С вас лайк хотел бы я попросить. Поставить комментарий. Ну и подпишитесь, пожалуйста, на канал. Больше я вас ни о чем не прошу. Просто подпишитесь на этот долбанный канал и поставить на колокольчик. Пожалуйста, потому что ежедневно выкладываю вам 6 роликов. До новых видео, мои умники. Да.